Ты его что, убил, что ли, Казик? Не, нагрузки или что-то, но... Да, что-то непонятно было. Вот как Асалин, роги штучки две бы еще я бы взял. Вместо вон там всяких огнежогов, кто мало дает. Он же Гога, блядь. Не знаю, Гога там, не Гога, но... Да прочитай, прочитай просто по буквам. Я такой хуйней не занимаюсь, ну... Ну ты просто прости один раз, ну ёбаный рот, я все время не понимаю, кто это. Огнежог, блядь. Ну прочитай, прочитай один раз. Не-не-не, нахуй. Это хуёво закончится. Мак, меняй ник, все, похуй. Был тип какой-то, когда сервер только открыли на Наксе. Ну-ка, диспелите с него эту хуйню, или нет, или не получается. Только попробуйте. Блять, хуярит что-то мне, пиздец. Не диспелите, да? А, вроде как сбивался, это надо было сбить. Ой. Не помрешь? Ну, всего метров 20 не дамажит, только, да? Вспышка. Там по ходу дела, вот вообще с ни у кого инер не в КД, вот бежим, пока присесть некогда. Бежим инерки, ага, чтобы у вас нормально было там все. Одну минутку. Так, ну тут как обычно, вот по пачечке начинаем, тут вот кузнецы, да, их двое. Вот они будут давать луч такой в моба, сразу им нужно стан приготовить, станы просто так не давайте. Большого моба беру себе, череп зергайте, и после этого крест убивайте. И когда будете большого моба бить, я его в угол поставлю, вставайте тоже в угол, чтобы вас не откинуло в другую пачку, иначе мы подохнем. Поехали. Так, ну-ка. Кастик сейчас ему собьем. Опа. Бьет знатно, конечно, этот раз. Магии херачит. Мы что, говорит, будем херачиться на сцене? Нет, вы должны смотреть, чтобы никто не нахерачился у сцены. Никто не знает, откуда это, да? Я сейчас как хлебушек. Геральт, да, Геральт? Какая рифма к слову ведьмака? А карака? Ладно, говорит, ты отдохни, а я закончу пьесу. Топовая игра, конечно. Хочется стереть память и пройти заново. Так, ну вот. Согласен.
Квадратик. Сек. Чё? Кузнеца, зерга эти, квадратик в изгнание, моба отвожу, как обычно. Сейчас, чумовая, давай ебанем мобов. Ну, скорее всего, я вара уберу. Вот. Потому что ДКшники, у них ДД есть, который нормально дает. Мы в три танка пойдем. Три ДКшника. Будет более-менее. Не жалко на пути. Ну, посмотрим, что получится выжить. После кузнеца бейте большого вот этого, в принципе. А этого из бана в конце убьем. Он в дисе вообще, ты его позвал в дис? ДКшник, который только воз или как-то? Да, этот. Ага. Ты это, робота же танчил? Обычно? Не танчил. Ну, тут легко, короче, просто стоишь в углу и танчишь, никуда не бегаешь. Ну я ДДшником был, я локом был на роботе. Ну убивал, короче, знаешь, да, что это такое? А, да, убивал, да, просто не танчил. Угу. Ты там просто ротацию свою берешь, нажимаешь и все. Это у меня ротация, как можно больше ЛПшек смотреть. Да, да, ЛПшки там. Это же 4Т4. Да. Вот руник там идет, вся вот эта херня. В принципе, а нон-сет какой-то ДДшный есть? И в ДД сколько ты даешь? Я хуй знаю, сейчас порезали до этого, там где-то около 16 давал. А, ну маловато. А сейчас в танке. Сейчас еще порезали. Давай, это 3 балл квадрат, ловикойл треугольник, кузнеца, вон черепок, в первую очередь зергайте, ну а этого я отвожу к стеночке. Все, давайте. Сейчас мы это добьем мобов здесь. Маги, когда в инвиз уходят или копии жмут, они полностью агро скидывают или как работает? Да, насчет инвиза точно полностью агро. Ну, копии надо распределяют или тоже скидывают. Надо, чтобы всю вот эту тему магии искусно юзали. Вот, чтобы инвиз был наготове, чтобы все это, чтобы все должны видеть оман. Без омана тут ничего делать. Заебал этот поезд, 300 голды стоит. Сколько хоть было ромка по одному. Так, вот тут вот самое опасное, значит. В первую очередь будем зергать черепок. Я буду его вести. Вот, марук танчишь квадрат. Кто там, механика, треугольник какой-нибудь лог забаните, а этого петуха кузнеца просто зафиряете. Все, сейчас буду вести. Поехали. Садам панцирь. Так, теперь надо успеть встать. За угол его подвести. Надо. Вперед. Ух ты, блядь. Все, справились. Ну пошли теперь вон, давай кузнеца щелкнем, пускай он там отражение покидает, вот кузнеца давай. Ой, блядь. А, вон лексион есть нормальный, убиваем. Ну и давай потом большого. Лексион, ну что у тебя, отражение заклинаний на панели нет? Как он было? Иногда дает неправильно. Ну, так для этого надо сохранять. КД. Сохранять надо. Он правильно дает. Там бывает прям под последнюю секунду иногда дает. И там уже прям тык в тык жмешь и не успеваешь. Чего это вы тут делаете?
Давай, заходи ДКшником на робота. Ты хочешь 5000 ДПС в радио? Почему 5? Что, тебе не дают? Не, не дают. Ты придумываешь, что ты 20-ку Я больше там... Ну сколько я во фросте с хуйными пухами дам? Какие фросты? У тебя анхолик был. Я перебился во фроста, чтобы воронки парни. Пиздец, блядь. Как вот можно из нормального перса сделать, блядь, 5000 ДПС? Как? Просто... Сейчас анхолика апнули, а фроста понерфили. Ну, это вот, да. Значит, квадрат вар, черепок я веду. Механиков, короче, ну, сами забаните, там не буду стоять. Один одного, другой другого. Все, погнали. Так. Сейчас вот надо, чтобы он до меня дошел, спрятаться еще. Вон, слышишь, возьми этого в рея. Нормально, нормально пиздец. Сейчас мы мобов убьем. Сейчас могу и на присте. Все, давайте квадрат бить. Насчет приста не знаю, может понадобится к нам в рейд. Присты тут есть достатки. После квадрата будем это самое механиком. Все, робот остался. Освобождайте сразу двоих. У меня просто даже бабок сейчас надо перебиться. Так, плюсуйте давайте в гильдию, кто там дохуя даст. Неси-ка, я прям не знаю, сколько ты дашь, но я прям не верю тебе. Сколько ты дашь? Я могу с Элема зайти. Не надо с Элема, ты ходишь в рейд к нам. Какой Элем? Ну, мало только хапал на жиром. Хапал тут есть. Так, вот давай, допустим, вот мы берем... Маруковского с Вичем, потому что у этого, у Лексиона ДД хороший. Они там будут в три вара просто. Казик, проинструктируй гиену насчет вмешательства, чтобы Омут был, чтобы это вы делали автономно, потому что, ну, я это не могу пиздеть в три горла, чтобы вы все делали. Вот, давай, вот. Слышишь? Че? Я могу, в принципе, только в силовом тогда анхолике. У меня кошмот на фейс остался. Я не знаю, сейчас посмотрим. Я вот огнежогу этого ебану отсюда. Давай вот врея возьмем, потому что огнежога это пиздец. Вот вы пока посидите. Нсика тоже посиди пока. И вот этой пачке посмотрим, что мы выдаем. Вот, нам надо выжить. Силовой анхолик ничего не даст. А, ну вот и вот. Теперь вопрос на засыпку, значит. Кто танканет с вас? У кого лучше понимать? Ну, Дед Мороз, я думаю, пожестче будет в этом плане, да? Ротацию танка. У меня спек РБКшный, если честно, танк. Все, значит, Дед Морозов танка. Дед Мороз такая судьба. Вот, давай. Вот мы 3 ДКшника в первой пачке. Вот. Рога. Значит, напуливаешь на того, кто либо на втором, либо на третьем месте. То есть с пула на меня дашь один на пул. И дальше смотришь Woman. Потом что? Маги, значит, инвизы готовьте. Смотрите Woman обязательно, чтобы инвизы, если вот вы прям догоняете танка, все, инвизы пошли. Локи, соответственно, у вас раскол души, КД сами знаете. Шаманы оба сделайте себе в какую-то обилку, которую вы часто жмете, пронизывающий ветер. Соответственно, вары, Казик, Лексион и этот Гиена на готовности, чтобы у вас был... В принципе, вы там вмешательство будете давать. Вмешательство давать вот у кого... В ШПшников там. В локов не надо, пускай юзают раскол. Потом что, в магов тоже. Ну там это ближе к половине хп босса начнется хуйня. Вот, кто там будет догонять? Из ДДшников дота будет догонять. Ну, доту, короче, сделаем так. Не давать в него. Потому что если дота догонит танка, и босс его. Инструкции тем миликам, кто. Ну, да наберёт. Я тормозну, у меня он. Не стоит. Надо тормознить, ничего. Если мы, сука, будем тормознить, нам тут нехуй делать. Мы не убьем его, блядь. Я объясняю вам, как его убить. Вот.
Если вас выбирает босс, вот вы смотрите Woman, хуяк там, вот первая позиция Void, вот в идеале должно быть первая Void, второе Дед Мороз, третье Труповоз. Вот, и вы смотрите. Если вдруг они, ну, по ним удар дается, он каждые, блядь, 20 секунд дается, и вы смотрите, они опустились вниз там, им игру еще набирать до хуя времени. И вы смотрите, вот, допустим, на втором месте хуяк Дота. Смотришь, вот Void на первом, Дота на втором. Имей в виду, что буквально ближайшие несколько секунд, 10, там, может, 5, ты не знаешь, не видно, не показывает удар ДБМ. Вот. Его засекать только надо таймером. И ты смотришь, и ты уже готов. У тебя кнопка незыбкий есть. Фрост слойка. Что ты делаешь? Вот ты стоишь в спине, босса бьешь, да? И вот мы танки, мы стоим трое в звезде. Твои действия. Вот босс повернулся на тебя, ты переходишь в звезду и становишься с нами, с танками, в позицию. И нажимаешь незыбку. Вот. На топот нажимаешь панцирь, если есть. Вот, значит, ну, дамажить можешь прекратить, то есть из дамага ты можешь что поюзать, ну, там, удар смерти, который там отхиливает, да, если он у тебя отхиливает, вот, больше ничего не юзай, то есть не дамажь, просто под фрост стойко постой, потому что 10% урона снизит, или 8 там, вот, и этот, чумовая, смотри, короче, незыбку отслеживай, что на ДКшниках, ну, в принципе, наша там на рейд должна вешаться. Вот 12 секунд она висит. Вот он дал незыбку, да, робот вернулся, его не убивает, его захиливаем. Ханта сейчас нету. Вот, частица будет, в принципе, на кого-то, с танков, не знаю. Ну, кто, хуй знает, на любого, блядь. На меня там скинь с пула, и пускай она мне висит. Вот. И дашь ему зубы. Вот. Зубы, они тоже снижают агро. Поэтому пока он под незыбкой простоял, уже танк догонит его. Зубы еще скинут немножко агро. Вот. Все, жрем рыбу. Короче, маги скинут. Вары. У меня вмешательство в ДБМе прописано. Я смотрю, как вы активно с этой хуйней работаете. Если вы, ну, забьете... А че? Салива не работает, что ли? Паладина 2. Салива 2 минуты КД. Сальва... 2 минуты КД. Паладин. Вот. Сальва 2 минуты КД. Скидывает сколько там? 10% агро за... Нет, или 20% агро за 10 секунд. По 2% в секунду. Вот. Значит, у Вара КД вмешательство 30 секунд. И оно мгновенно скидывает 10%. Вот. Умножь на 4, это получается он 40% скидывает. То есть эффективнее паладина в 4 раза. Ой, блядь, в 2 раза, нахуй. Это получается что? Это получается то же самое, что у нас в рейде еще 6 паладинов. Если варов убрать. Вот. Настолько вы полезны здесь. Вары. Это я вам говорю. Поэтому смотрим в Омен и хуярим. По себе, по друг другу, потому что вы дамагеры. И тоже готовьте Лексион, Кази, Гиена, чтобы макрос на одевание щита был, на ШВ был, на все, чтобы был, на блок щитом. Потому что если вы выживете, мы убьем босса. Если вы сдохнете от робота, мы хуй чё когда убьем. Короче, я надеюсь, понятно, что я вам объясняю. Надеюсь, это не в пустоту все. А через сколько босс переагрится? Вот я ему зибу отдам, там все отдам. Это тебе не надо об этом беспокоиться. Ты вот отдал, стой и ничего не делай. И все, переагрится, заебись. Не переагрится, помрешь. Потому что кончится незыбка, кончатся зубы. К тому времени танки либо догонят, либо нет. Ну, вариантов других нету. Ребята, не забудьте саппорт выпить. Да, пьем саппорт. Какие? Саппорт, настой сопротивления. 75 сопротивления. Так. Танки. Танкам тоже саппорт надо? Нет, танкам не обязательно. Я вообще тут Мишкой танчил на ДД пил. Выпью на ХП. Вот, все должны пить саппорт. Хилы, вот все РДД абсолютно. Милики тоже. Не будете пить саппорт, мы просто попадаем. Нас не прохилят. Так что имейте в виду. У меня нету. Саппорт. Так берите у кого-то, у кого есть. Да я даже не знал, что сюда нужен саппорт был. У кого там саппорты есть? С главных. Эли, Лучезара, там, у кого еще Казик. Ну, раздупляйте. У меня три банки осталось. Потрошим банкой. Все, я нашел. Спасибо. Давайте. У кого нету, быстренько шарим в сумках. Кому еще надо у Эли трейд? Слава, у меня зубы это 5% долбанной текущей игры.
Можно я не буду хуйней заниматься? Я буду просто спокойно, блядь, сейвить рейд. Только они меня засейвят. После моей низы. Ну, смотрите, там 15 секунд, даже с учетом того, что я 2Т5, я успеваю ровно впритык обсчитывать весь рейд после его каста, нахуй. А если кто-то будет умирать, как бы, ну, не ко мне вопрос. Это сейчас, это не важно. Надо просто сделать так, чтобы все сыграли все, что... Вот все, что я говорю, это надо все сделать. Если мы этого кто-то будет не делать, вот вар, допустим, один не будет мешать создавать, робот пощелкает людей, и все. И потом вы будете думать, блядь, а как же контент проходить, блядь? Можешь пойти в гильдию прогресс или на умерси, там за нас все пацаны пронесут. Поэтому я говорю, блядь, либо мы работаем, либо я хуй знает. Вот я еще раз говорю, алгоритм такой. Вот, например, Алексион срывает робота, да? Нажимает защитную стойку, нажимает ШВ, встает звездочку, танчит, блок щитом нажимает. Вот. ШВ 12 секунд идет. Вот ты смотришь, она ШВ нажала. Ты секунды 3 остается, даешь зубы ей. Все. Это не трудно. То же самое, этот огнестойкий. Если у тебя макрос на щиток есть какой-нибудь ПВП, чтобы ты одел щит, чтобы у тебя хоть блок был. Хуяришь, значит. Если ты сорвал, нажимаешь. Понятно. Нажимаешь на себя этот самый 50 на 50, встаешь в звезду, щитком стоишь, не бьешь, агро не набираешь. И сальву еще можешь на себя закинуть. Ну, кризает сальву, соответственно. Не знаю, не отвлекайся, в принципе, хилим. Вары, если вас не затруднит инконитив рейд, полное название билки, шелзвоу, или как она у вас там называется? Глухая оборона. Сейчас, секунду, буду пропишем. Да, я вот это все всем прописываю, это очень важно все видеть. Сейчас гляну, вмешательство у меня есть. Да, вмешательство есть. Два спасения, Киризайт, у тебя Жоман есть? Кого-нибудь там дашь, хуй знает. Ну, с пула смотри, особо там не это самое. Вот прям если к танку подбирается, то можно, в принципе. А потом бой 6 минут, в принципе, если ты на минуте дашь, то на третий и на пятый дашь. То есть три раза за бой можно дать. Нормально. Значит, по незыбкам, значит. Ладно, короче, это первый топот буду я, второй Дед Мороз, третий Труповоз, на четвертый Киризайт. Вот. И дальше у нас, в принципе, гимны на ХП есть. Вот. Попробую говорить. Вот. И потом по откату будем свои ДКшные езжать опять. Двухминутные сейвы. Давайте проверка. А, ну и напомню, кто тут первый раз, то забыл. Вот примерно отсюда начинаем, где вот я сейчас стою. Вот встаньте в меня. Когда я веду босса в звезду, вот под боссом нажмите левой кнопкой, не правой, а левой на босса. Под ним есть красный кружок под ногами. Вот. Нужно всему рейду забежать туда. Вот как босс начнет двигаться, забежать туда и бежать вместе с этим красным кружком. Если вы за метр выйдете за этот красный кружок, то босс кинет шарик туда, хилы стоят сало, и мы все сдохнем. Вот, имейте это в виду. А, и еще, блядь, ебаный в рот. Кто же у нас будет вместо ханта ловить сферки? Кто-то это умеет? У кого IQ там нормальное? Я, конечно, могу попробовать, мне кажется, это будет не надо хил. Есть какой-то дамагер, который не протупит на этой хуйне? Какой-нибудь лок, например. От шарика просто бегать. С босса шарик летает, отбегаешь от него. Есть такая хуйня? Есть какой-то скилл у кого-то? Блять, ладно. Я не знаю, блять. Ну мы просто выпнемся туда. Потеряшка или кто там, или Инсика, заходите на ханта на своем, сейчас кого-то еще берем. А кого убрать, я не знаю. ШПш, не? Какого вот скуку? Кого-нибудь из них. Типа, главное, чтобы чел не протопил. Не, я имею в виду на сферы. Он а чё, ШП не простоит, у него же там... Заходите, кто там есть на ханте, блядь? Ой, долго я буду, блядь? Потеряшка тут? Нет, трави снизу. Наверное. Ну а хули охуенно, блять. Я говорю, кто побегает от шарика? Сука, никто, молчок, нахуй. Как мы хотите выпульнуть и вайпнуться сейчас? Может, ты кого-нибудь научишь? Захожу. Нихуя себе. Может, не знает. Как я научу, блять, если я сам этого не делаю? Нихуя себе, блять. У меня, блять, только танчу и хилю, блять, каждый КД. Ну, справедливости ради, я тоже. Ты на друиде бегал, я сказал. Ты хилил. Ты на друиде бегал, хилил, ты знаешь, что это такое. За булдыгом, блядь, как такой ник можно было придумать? Вот, сейчас если хан зайдет,
Ну вот сколько, ну хули. Все равно там Пристовский кусок он лучше заре зайдет, Павловский Киризайду. Но этот Халакеду второй. То есть они уже вторые куски, грубо говоря, розданы. Так что почилить разок, ничего страшного. Ты все, ну, уходишь? Еще взять. Вот, ты там давай ключ там купи, какую-нибудь хуйню. Ставьте шкаф. Киризай, сейчас на него будешь частицу вешать, на этого ханта. Купи ключ себе, есть у тебя ключ? Сейчас куплю. Давай быстрее. Я перебился обратно в хосту, хули. Ну и чё, типа, там холик дамажит? Да если ты прибездарь. А раньше там было что-то написано 100. Вот, был. Понизили до 100, а сейчас опять повысили от 150 до 300. Хосты. Да, опять от 150 до 300. Сейчас должен опять дамажить. Тебе пришел с умом там, блядь? Да, да, сейчас я бегу покупать ключ. Писец, давай быстрее. Блядь, у меня 5 поясов этих в сумке. Просто 5 штук. Че, опять сролил наши боешки, да? Да. Ты че там, блядь, долго ключ будешь покупать? Нет. Все, я добежал. Паю. Ой, блядь. Сдохнешь, я тебя, блядь, уничтожу. Будешь кожевку прокачивать. Алхимию и все сапрот делать. Чё это? Блядь, сапрот, нахуй. Чё сапрот? Не взял. Я тебе дам сапрот, блядь. О, мне кто-то дает. Вот, бей. Всё, каску, лапу, приставай, всю хуйню. Лапу дайте. Чтобы не люди было. О, 32 тысячи, нормально. Не должен сдохнуть, я думаю. Все, давайте еще раз проверка. Ты знаешь, да, как отходить? Что ты не с нами бежишь. Вот, все готовы. Так, сейчас я таймер включу. Так, давайте. Даю отчет. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте Дед Мороз, труповоз, хуярьте. Кстати говоря, я, короче, ни зыбку не давал, на следующий буду давать. Казик, сейчас на тебе эта истерия кончится, еще одну дам. Дал тебе еще одну. Короче, тоже не дал зыбку. Ну, хант минус. Частица была мне вообще? Ладно. Давайте падаем заново. Так, сапрот вроде есть. Ты мне объясни, ты шар ловишь или что, или как ты, блядь? Хан близко слишком. Ему надо далеко бегать. Ему надо около двери аж бегать, тогда его не будет тяжелый удар бить. Слава, подожди, пожалуйста, минуточку дай мне. Макс, ты когда идет клэп, то есть он по полу стучит, когда два шара летит, тебе надо нажимать deterrence, иначе ты будешь дохнуть. Ой, блядь, бича взяли и вреет, нахуй. Бесполезного, блядь. Вилки ебаные, нахуй. То есть там есть. Надо смотреть внимательно. Там есть момент, прям во время. Умри! Два шара летят. Ряд, ну, вместе. Подряд прям, когда. Блять. Нажимаешь вилки, дочишь два этих клэп. Давай, интерес эти. Он может без клэпов бегать. Надо было без ханта, нахуй, играть, нахуй. Поставить, блядь, я хуй знает. Бич какой-то там взяли, блядь, ты дамажить вообще будешь? Чё это за хуйня 5000? Ты что думаешь, ты бегать будешь? А где дамаг? Почему МП Хант 16 тысяч дает? Хотя бы. Давал. Нихуя себе ты. Ебать ты сравнил, Войт, пиздец. 260 и 274, неплохо, Войт. Ну а почему 5000-то, блядь? Почему? Ну, потому что конец боя, и я 7к дал. Что такого? Потому что дот, блядь, тихо. Это падает. Вообще 2.8 показывает. Ну вот, блядь, и без кнайд, блядь. Ну вот ханта надо искать, который нормально будет играть. Поставьте шипы вот какого-нибудь. Какого шипы, блядь? Какой из них стоял?
Они постоят вообще? А, ну, вон, вот Аматерасу. Тогда тебя менять обратно и кого-то брать. А кого брать? Дамагера? Где Дамагера есть? Вон Закханыч. Давай. Вон же есть еще этот шапошник. Да какой Закханыч, я 2 ляма. Давай вон на ячейку зайду. Я 14 тысяч манекен даю, блядь. Ты давай такое? Сюда, блядь, 14 тысяч. Так, может, шапошника обратно вернешь? Которого... Ну, я не знаю, крикнул. Блядь, Закханыч-то больше нас, чем он. Нет. Сука, как вы заебали нахуй. Да идите в пизду тогда. Не хотите помогать людям, так и сидите, блядь. Это, блядь, ты чё? Ой, ладно, нахуй. Бичи, блядь. Он там уже куда-то ушел, блядь. Вот сколько этот. Пизду нахуй. Я могу нынче. Есть у Долорани. Есть у кого-то там общение, я хуй знает, как-то связь какая-то с ним, блядь, или что? Или он все отошел от компа. Не принимает он пати. Так то, что он Долорани, это заебись, но он пати не принимает. Уже стоит в группе. Сука, кто-то пойдет на робота нахуй или что? Или нахуй это никому не надо? Я понимаю, это себе. А я нынчику зайду. Ёбаный в рот, блядь. Да. Заходи на своего ебаного инсику, блядь. Аматерасу. Вот робот ебаный, видишь его, блядь? Видишь этого дурака фиолетового? Вот с него шары вылетают. Рейндж взрыва там метров 12. То есть, блядь, небольшой, это как пельмень на профи такой же. Просто отбегаешь. Он летит, он привязан к месту, где ты стояла. Вот когда с него вылетает шар, блядь. Все, что тебе надо делать, просто отходить и дамажить. И все, блядь. Частицу, значит, на матерасу бросишь. И все. Главное, чтобы он топот прохиливался этой частицы. А от шаров будешь бегать. Ну и старайся дамажить. Там приноровишься сам. Сдохнешь, сдохнешь, хуй знает. Второй раз попробуем. Сука, я когда говорил, давайте, говорю, соберем ночной рейд. Человек 5 сказали, блядь, да мы там будем ходить круглые сутки, нахуй, да по РЛ-ам, ебать, всю хуйню. По итогу, блядь, хуй нарыло. Что там, рыба была, поели. Вот рыбу ешь. Я посмотрим, сколько твой пал даст. Отличие тогда стойкого. И 62. В принципе, как мой пал. Должен вообще, блядь. Ну соки-то обоссаны, вот эти по 20. Че, по 30 не мог купить. Так что я, блядь, 21 дал на сурки, чтоб так же давал. Будешь 21 давать? Будет нормально. Давайте проверка. Подходим поближе. Сейчас, секунду, намажусь. Пристабафа нет. Ну, давайте. Труповоз там готов? Да, да, еду. Так. Намазались? Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дал мне зыбку на первый топот. Так, Лексиону дал эту хуйню. Нихуя, это под незыбкой так? Значит, давай, Дед Мороз, незыбку. Вмешательство заюзал только сейчас Гена Банай. Остальные два вара работаем. Так, давай незыбку труповоз. Быстрее, быстрее, быстрее. Угу, не успел. Так, Киризайт, готовься. Давай, Киризайт, сокру. Угу. Так, теперь... Ну этот проживаем сами, хуй знает. Так, вроде прохилились нормально. По казику там что-то делайте, остальные два вара. Лексион, Гиена. Лексион, красава. И Гиена у тебя без коля, я вижу. Так, все, нормально живем.
самое... Блядь, чуть не убил топот, пиздец. Ой, маги, вообще тяжко. Вот сейчас топот, внимание, магов прям в первую очередь захотывайте, засчитывайте больше всего внимание на магов. Пиздец, жестко прям проседаем. 25 на ордру и полегче станет. Так, дал незыбку на этот топот. Сейчас нормально будет. Так, значит, готовься. Идущий Дед Мороз, готовься. Давай незыбку уже, давай. В трупово запуливай, напуливай, Айселин. Должен нас догнать. Давай труповоз по откату быстренько, незыбку. Прям как откатилась, быстро, секунду в секунду, давай сразу. Жми быстрее. Угу. Так, ну и Киризайт, готовься. Там тоже, в принципе, по откату. Вот буквально 2 секунды у тебя осталось. Все сразу, давай как откатится. Жми. Сокол. Угу. Так, пойдет. Ну, половина хп и доберсы, сука, 250. Ну, надежда только на экзекутку, надо еще ДПС больше. А, Гера давать рано или нет? Ёбаный, дака нахуй нам Гера, ебать. С пула она дается на этом боссе. Дай сейчас Гера. Может ее на экзекутку? Да похую уже, давай сейчас. Раздали уже поп. С пула надо давать. Сейчас хорошенько захиливаем, имейте в виду. Опа, блять, почти чуть-чуть не сдыхаем. Салину дал. Истерию. Салин 20 не дает. Захилим. Блять, чуть не шотаю. Вот, мне не зыбка еще 19 секунд. Сейчас этот опыт, внимание, прохилим, никого не уроните. Буйный рост подкаст. Оп, захилим. Улови койл пошел. Быстро, раскол. Ну есть что-то, нет? Ёбаный в рот. После этого топота сейчас... Да... Сука. Дал незыбку. Димикс, быстро резай улови койла. Быстро резай. Быстро вставай. Быстро. Быстро вставай, быстро. Захилить его. Каску лапы пристабав. Сейчас будет следующий топот. Улови койлу обновить этот... Как он называется? Каску пристабав. И крик на хп. Вот, нормально, живем дальше. Значит... Этот самый. Так, это моя незыбка была. Труповоз ты сдал уже, нет? Этот самый, давай по откату. 2 секунды. Давай, да, по откату. Как раз через 2 секунды будет. Пойдет. Ну и Киризайт, соответственно, через 5 секунд у тебя будет тоже по откату. Жми. Готовься. Перед топотом. Давай, жми. По Врею срочно, или инвиз быстрее, Врей прожимает какую-то хуйню, давай, вот. По Гиене срочно, Лексион, Казик, работаем. А то я не уверен, что он протанчит. Верим. Так, теперь уже хп мало у босса, теперь Шалина, готовь, на Шалину дайте щиток. Шалина, готовься, гимн на хп по команде, держи руку на кнопке, сейчас скажу тебе. Вот, топот, давай на хп, Шалина, читай, Шалина. Так, хорошо. Следующий гимн на хп, на Лучезару этот самый, щиток, Лучезара, готовься, будешь читать сейчас, на хп гимн, готовься, читай на хп Лучезара, и Сика, что-то прожми, сукин сын. Поднимаю. Вставай быстрее, дамаг нужен. Сука, вставай, тебе резнули, каску лапа приставав по нему, бабл, готовь, 2 ляма всего добиваем, до берсы 15, ну вот видишь, нахуй, немножко, вот. То, что челики падали, блять. Че там, 2 ляма было? Ну, типа, все, ну, нормально. Только немножко поднять ДПС. В принципе, мы ротацию хорошую соблюдаем, все делаем. Ну, вот тому террасу ДПС упал. Но если бы у нас был какой-то хан, типа МВП ханта, который 16 дамажит, блять, еще и стоит шарами, блять. Вот, надо... И теперь у меня вопрос такой, блять. На припоты есть проверка у кого-то? Пейте припоты, нахуй, босс сразу упадет. Все то же самое делаем, только лучше. И посильнее. Ну, соответственно, огнежок он столько бы не дал. Видишь, сколько в рейде? 19. 19-200, блядь. Ну, это пришлось топать. Я
половину боя стоял. Приплоты пели только Солен и Казик, но и я просвакал. Вот, соответственно, я им в первую очередь и будут опять закидывать. Приор, не приор, там, потому что, ну, я говорю, готовьте приплоты. Прямо сейчас расчехляйте банки свои. И я хуй знает, если вы хотите убить, вот он, робот, вот у нас 20 минут, вот он, ну, 1-2 трая даем сейчас. Припотики берите и хуярим. РЛ, меня смени, у меня проблем тут, надо отойти срочно. Ну, я не знаю, блядь, есть кто-то, кто будет играть еще, блядь. Вот кто сейчас зайдет вместо тебя? Прям. Вот кто зайдет вместо тебя дамаг наносить? Ну, говорю, срочно. Ну, срочно иди, я-то ничего не сделаю. Иди, конечно. Я че? Кто это был? Это ДК. Ну вот есть кто-то, нет. Вот и смотрите, типа, реально робота убить. Два ляма оставили. Все нормально делали. Дамагер нужен, чтобы больше 15 дал. Лексион, а что ты, ну, сильно отвлекаешься на вмешательство Гена, он побольше дал. Ты вроде больше гены должна дать. Ну, у тебя опыта маловато в этой хуйне. В ДДшнике. Че там, лестнет кто-нибудь? Бежим. Давай, делай макрос. Делай макрос. Ставьте все вуду, потому что я знаю, как вы играете. Я так раньше играл в 15 году. Нихуя нету, ни фреймов, нихуя. Так, ну так нихуя не получится. Делайте макрос, делайте вуду. Вот, делай таргет равно маусовер, ставь на удобную кнопочку. Наводишь мышечку на любое тело, на которое тебе надо сбросить агро. Нажимаешь кнопочку, у тебя делается вмешательство. Все идеально. На удобную кнопочку прот стойку защитную. Все делай себе. Потому что без этого, ну, не получится. Можно только в РБК ходить, автоатакой бить и все. Вот. Чтобы что-то дальше контент какой-то проходить, надо все это уметь, все это делать. Ну понятно, хули, ну нету и нету, что поделать. Он репичип. Дай ассисту репичи. Ой, блядь, это пати его там. Чё? Вот репичипу и пати. Я его написал, он не пойдет. Я надеюсь, он, блядь, больше 15 даст. Ну понятно, да? Вы там фласки раздуплили, блядь, хоть бы как-то кто-то что-то говорил. Да, да, вот. Ну, я не то, что ты, не то, что... Ну, это ты купил, а у остальных они есть, эти припоты? Раздупляйте там в банках у себя, пошайтесь. Потому что это параша. Ну, на этого босса, видите, мы его впритык можем убить. Но надо выпить припотики. ДПСик свой апнуть по максимуму. Еще сейчас то же самое будем делать. Лепичи в Диси, нет? Нет, наверное, сейчас зайдет. Все прям, ну, робот упадет, сразу, ну, полегчает. Т5, начнут люди лутать, открывать. Ну, недельку нормально с вами пройдем. Три человека у нас сейчас. Два человека сейчас точно будут с двумя кусками. Так что давайте. Лепичип тут. Да, тут и тут. Смотри, ты спасешь этот рейд, если дашь больше 15 тысяч. Но тебе надо еще работать вмешательством. Не дам. Прям по максимуму делай все, что можешь. Ну не дашь, блядь, я тебя с планеты удалю тогда. Давай. Не зря у тебя там камни сердолики стоят. Как не дашь, блядь, сука. Закидываешь. Бафнуть. Это ТГшный шмот, смотри, вон два топора, блядь. Бафни ему инты, да, конечно. Не закинул ты сегодня меня плащ, поэтому я им дам 17 тысяч. Сука, не 17, 15 надо хотя бы. Все, это самое. 1-2 трая у нас. Потом чилить пойдем. Завтра посмотрим. Если те же придут люди, попробуем еще. Вот. Ну а так обычка там что-нибудь, то, что есть, позакрываем. Так что имейте в виду, в любой день может какой-то контент нормальный быть.
Первый с платом, наверное. Так, все, все готовы. Так, я тебе морально соберусь. 5 секунд сейчас я. Давай быстрее. Ну все, готов. Герос Пула. Так, давай, знаешь что? СС-ы. Розданные СС-ы, давайте скастуйте. Трибал по Эли, Экстензиан по Димиксу и Ловикоил. Давай подумаем, по кому дать. Кто у нас самый важный? Аматерасу. Подожди, Аматерасу, он не сдохнет, он по частице. Ловикоил, ну я хуй знает, по себе, дай, раз ты сдох. И также хуярь, типа, если что с СС-ом станешь. Только самое главное, под топот не встаньте, это самое главное. Все, ну вот, давайте еще раз проверка. Все то же самое, пробуем разработать. Герас Пула? Да, Герас Пула будет. Только не прям, когда он, блядь, двигаться начнет, а когда он звезду придет, там секунды две, и давайте Геру. Даю отчет, 5-секундный. Готовимся. Давайте. 4, 3, 2, 1. Погнали. Давайте Геру. Булдамаг. Так, я дал незыбку на первую хуйню. Так, истерию Вассалина буду закидывать. Так, закинул. Так, этот самый, давай незыбку... Угу. Так, этот самый, давай, быстрее, 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 ага. За секунду прям. Так, ну и кирезает секунд через 5, давай, готовься. Давай, 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 жми. Жми, 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 ага. Все нормально. Вот, теперь готовьтесь. Следующие каста 4 топота будут без его. Теперь смотрите, максимально хильте себя. Если маги сомневаетесь, что хп, если видите, мало, прям щит маны жмите, не задумывайтесь. Так, вроде прохилились нормально. Самое главное, чтобы никто не упал на топоте, иначе будет пизда. И работаем вмешательством вара, только, блядь, у Казика вижу в КД, остальные 4-3 вара, блядь. Это очень важно, скидывать агро людям. Можно что-то вопрое? Ладно, нормально. Ну, пичи по в КД. Блядь, халоки ты вылетел. Казика дал. Сука, ёбаный в рот, нахуй. Попробуем так, хули, до упора, нахуй. Я, блядь, сомневаюсь, нахуй. Без такого ДПСа. Ой, сука. Версия ебаная, блядь. Этот топот еще без сейва, блядь. Все, на следующий будет сейв. Скорее всего из-за холоки да не добьем нахуй. Там на... дал. Нахуя? Потому что высоко. Это ты жми, и кто он. А, кто нажал на маг. Ну и ты там по откату. Труповоз. Так, Казик там. Казик следующего его ёбнут, вары. Другие быстро-быстро с Казика. Ебаните вмешательство по нему. Куда? Другие еще два вара есть. Вот. Молодцы. Не стойки по себе сольву, давай. КЗ 8 секунд. Вязать давай на сыкру. Ну, если что, полтинник тогда готовь, если тебя босс выберет. Так, у меня полтинник, блядь, и закрыли в стен. Так, ну пока два танка. Ловикой, вот прожми раскол. Ебаный в рот. Димикс, резай. Ну быстрее, ебаный в рот, сейчас еще топот будет. Блять, быстренько захиливаем ее. Иннер ей, да, Димикс? Захилить, захилить, захилить. Вставалку юзай, жуки. Нахуй, ебаный, все посыпалось, сука. Еще халакет вылетел, блять. Пизду, блять.
хуярим. Припоты, блядь, готовьте. Первый раз выпили, умер. Припот обновился, еще припот пей. Погнал незыбку. Бин отдал. Экстензион, 3 балла. Фулл расколы жмите. Лексиона, давайте мешалку. Экстензион, раскол. Угу. Сип по себе, не стойкий по себе, если есть. Так, кто там? Этот самый труповод сейчас ты. Готовься по откату. Угу. Бля, ну не знаю, 24 ляма и минута нахуй. Да халакета не хватает. Фу, сука. Ёбаный вылет, блять. Давай, жми, кризай. Что-то с маной там придумайте. Или гимн. Шалина, ебани гимн на ману. 45 секунд. Не, бля, не хватает нахуй. Как раз, блядь, с магом выход хватило. Пищик, наверное, нормально дает. Ох, меня долбит, похуй. Не знаю, нахуй, пизду. Надо было, блядь, не. Ну, вставал тут, ну. Ты топот. Ты же вставай. Да хули вставать уже, вон топот, блядь. Все, в пизду. Ничего. Падаем, нахуй. Уже, блядь, нахуй надо. Надо было, сука, не бить, нахуй. Как только халакет вылетел, блядь. А чё, мы 6 ляву не добили бы? Нет. Там берсалом. Сейчас он просто, ставишь, сейчас он просто шотнет себе. Ну пытайся, нахуй, хули. Вот и пытайся, блядь. Нормально пытался. Я взял еще пару человек. Не надо, блядь. Не надо пиздеть. Я вижу, блядь. Ну. Вот два бэра проебанных теперь. 9 минут и 7 минут, когда я нахуй. Все, встаем мы срезом. Отходим немножко оттуда. Лакет, ты тут? Че, матерасу, 11 тысяч? Ну, вроде 11 900. Ну тут халакет вылетел, сука, вот без него, блядь, прям не хватало прилично. 8 человек пили припот. 8 человек, кто пил? А, Глен и Бай, Хаокет, Касик, Рипичип, Салин, Лавикова, Гнестоки и Кштаб Экстеншн. Остальные чё? Мне просто интересно, ну, на горбу поездить хотите или как? Ну ты пил, понятно. Ну, мне показывают, кто пил перед пулом прям, а не кто на боссе прям. А, так надо и так пить, блядь, два припота. Ну я да, то есть, если ты пьешь перед пулом, ты можешь выпить два сейчас, припота, поэтому сейчас, блядь, сейчас, блядь, ебать, похуй нахуй. Маг вылетел нахуй, под двадцатку дает. Сейчас, блядь, это не поможет нахуй, видишь, мы впритык идем. Давайте, где он там? Шкаф что либо найти, давайте суманем. Чинитесь вам, Дживса, чтоб. Ну вот жуки вставку проебал, у меня лист в принципе не падал. Тыкаем. Локет уже добежал, я приста сумел. Приешьте рыбу. Что тебе надо? Припоты. Припоты на хосту. Припоты раздугаете. У меня и припоты на хосту. А на что у тебя припоты? А вот, ну нахуй секрет. Он, блядь, на ловкость пьет, ну. Кстати, хорошая идея, надо попробовать. Так, берса у босса 6 минут, а ДБР у нас 5.20 и 7.10. Не знаю, ждать бы или не ждать, блядь, или пробовать. Знает, нахуй. Как думаете? СС 5 минут. Покурить? Давайте покурим 5 минут, потом СС откатится. Давайте, блядь, и трай дадем нормальные. Так, если да, это за нормальный припот у них. Идите припоты себе раздуплите, блядь, все 17 или 18 дамагеров. Курим 5 минут. Хули зря Гоша жар делал. Спасет рейд сейчас.
18к. Ну хуй знает. Вместо кого? Дамаг кто-то сохранил. Вместо кого, я хуй знает. Сколько там инсика дает? Ну-ка. Что-то не вижу. Где ты? Ты что, блядь, 18-й что ли? А, вот он, 14 тысяч. Ну если типа взять вместо инсики этого лока твоего, ты тут, Диси? Ну не знаю, есть смысл в этом, нет? И так пробовать. Алло, алло, алло. Ну, можно и так попробовать, но вам там в теории всего хватает, просто бы не дохнуть. Ну да. Вот это все. Где там евреи? Ну в принципе можно помочь. Евреи. Че там, сколько еще перекор мне? А, минуту. Ща ебанем, бля, не ссыте. Мы же ровные ребята, ебать. В общем, да. Чем ДПС-ка больше. В общем, больше лить. Я свой ДПС показал. Жду токен. Токен, нахуй. Только через мой труп. Т4, мне Т5-то не надо пока. Да, переобулся. Нет, я имею в виду, типа, у меня 245-й. 3-4. Ну, вообще мог бы и ретриком зайти. Не надо. Робота будем убивать сами. Ты ретриком зайдешь, блядь? Как мы Келли будем убивать? Ну, я Келли последний раз в ретрике бил. Хапали? Зашел. Не, в ретрике. А кто хапалом был? Хапалом был новый. Эволов. Не. Это меняет меня? Да нет пока, блядь. Ебанем так. У тебя сарм, у тебя бабл. Ты не помер. Под конец там, когда... Хули каратель, блядь. Под конец ты смотришь, блядь, до берсы 30 секунд, не жмешь уже нихуя. Если что, бабл жмешь, там вдруг 100 тысяч там добьется, блядь, дотами. Такое тоже бывало, так что надо внимать. А там разве сквозь бабл не проходит? Нет. Ну как, не стойки. Нет. Это было больно. Где там чумовая? Заходи. Там не было смысла бабу нажимать. А куда он ушел? Все что ли? Вылет? А он зайдет? Конечно, куда я денусь-то? Вот так сказали, нет. Кто говорил? Дети, я вообще никогда РТ не проебывал. Ни в каком виде. Не, просто так написали, нету, как будто я подумал, все. Офнулся или ушел, хуй знает. Да и хуй знает у меня. На роботе. А кто так у тебя говорил перед чумовой? Какой-то паладин, наверное. Огнестойкий? Да. Рыбу жрем. Блять, у меня одного на роботе нахуй лагает, что пиздец. Ну, это нормально. У всех лагает. Решил тут, блядь, короче, эффекты в ноль сделать, нахуй, потестить. Все, давайте. Вроде бы, блядь, я Путину позвонил, сказал, сейчас вылетов не будет, короче, блядь, ближайшие 10 минут, нахуй. Так что давайте. Это наш шанс. Все, принимаем готовность. Все готовы поближе вставать и дают счет. Сука, сейчас мы его разобьем, нахуй. 3, 2, 1. Да, он язык уже. Верим. Так, Казик удал истерию. Так, этот самый... ага. Секунды через две, давай этот самый. Давай ему новость. Так, халуки по нему мешалку-то туда тебе одну. Все, вары, смотрите, я прям вам доверяю, потому что если вы не будете эту хуйню делать, ну, пошёл ты, дамагер, будет хуёво.
Так, Кирзай, ты не сдавала сейчас, да? Не сдавала, да? Вот, зря надо было. Короче, готовься. Давай сейчас, жми. Угу. То есть будет три незыбки, один пропускной и следующий такой опять по откату. Нестойку сдал. Вот, следующий, смотрите, топот без этого, без сейвов. Так что смотрите максимально за собой, за своим хп. Захиливаемся. Не брезгуйте на себя там лемы или энхи, кастануть одну волну во время топа, это очень поможет хилам. Малую волну, быстренько. Так, еще один. Еще один без незыбки. Вот этот еще без сейва каст. Ага, пойдет. Ну, следующий. Дам мне зыбку. Через секунду. Все, дал мне зыбку. Так, Дед Мороз, давай. Так, ну и труповоз давай. Ну и сейчас вот после вот этого топота будет один без сейва, и потом кирзает по откату. Готовимся. Вот сейчас, когда без сейва, имейте в виду себя, подхильте. По одной волне это будет очень хорошо. По малой волне. Жуки и медленно в себя. Топот без сейва. Так. Резать по откату. Готовься. Давай, жми. Угу. Лови кое его раскол. Казиком. А чё, вы давали незыбки свои? Кто-то не дал сейчас, да? А, у нас у всех КД, я все вижу. Хилимся. Сука! Вставай быстрее. Ну вставай, и это... Чё, ладно, и топот ждем еще. Димикс, готовься его резать. Сука, дамага столько проебала. После этого топота Димикс, резай его быстро. Резай быстрее, Ловикоева. Быстрее, вставай быстро. Захилить, каску лапу пистобав и дамажим. Так, дал мне зыбку. Где мы сейчас будем пашку ходить? Так, этот Дед Мороз давай. Дал гиену. Ну и там подкат труповоз. Так. Сейчас уже, в принципе, надо. Отличный показатель. Сейчас намного лучше идем. Значит, там поты, наверное, откатились, пусть пьют. Поты пейте. Этот самый Шалина, готовься на хп, читать, дайте Шалине щиток. Шалина, готовься. Читай на хп, читай. Ага. Отлично. Так, следующий топот кирзает, закрываешь. Халуки, ты инвиз прожми какой-то, чтобы тебя робот не выбил. Он сейчас его откинет и тебя ебанет. Так, Лучезара, ей щиток дайте и готовься на хп читать сейчас на этот топот. Сука. Шеве, ну быстрее, шеве. Ты босс это, сука, поверни в звезду, я объяснял тебе, блять, почему ты там стоишь. Дайте сальву помогу, пожалуйста. Вы дайте на этого гиену, блять, пиздец. На берсы, значит, 10 секунд, готовьте баблы, быстрее 2 ляма добиваем. 2 ляма, быстро хуярим. Я скажу, когда баблы. 3 секунды берса, баблы, все паладины, срочно нажимаем, блять, может, доты добьют. Все, убили. Масы.
Охуеть. Вы, я, парни, молодцы, поздравляю. Хули нахуй. Ну вот смотри, значит, смотрите. Сейчас у нас апнулись, значит, Киризайт, второй кусок закидываю. Вот. А никому не нужны запы с роботами? Тихо, сейчас спрошу я. Там есть Лексион, мейн про товар. Значит, ДКшный Халукет, второй кусок. Вот теперь смотрите, у нас апнулись. Маг теперь дохуище будет давать под тридцатку. Вот, и только осталось открыть эти токены. Давайте сейчас сделаем так. Вот, Халукет. И этот самый. И этот. И кто он, блядь? И Херизайт. Вот. По два куска у людей. Теперь вот эта хуйня. Ну, я думаю, Лексиону закидывают, так как мейн про товара. И печи почилит пока. Такс. Значит, знаете, как мы сделаем этот самый? Значит, в Рей и Репичип, если вдруг у вас не будет на око, если на око не будет, короче, к концу недели скажите мне, что помогали ночному рейду, там ЕПшку дам вам дополнительно. Вот. Так, Лексион, где ты? Лексион, тебе же надо это, да, запы? Что там, мастерство, блокирование, вот эту хуйню топово. Лексион, прием. Ну хоть напиши. Сейчас наш пишет. Как не танковский, это еще? Так, теперь знаете мне что? Вот у нас РТ сейчас кончилось. Что мы с вами убили? Два там это 100 и одного тут это 200. Ну давай за ФК 200 за робота. Допустим, вот 300. Так. Пусть не пускай у вас это доп. ИП будет, урей или чип. Так, теперь смотрите, мне такой ответ нужен. Вот Киризайт и Халукет. Халукет это с пачки чумовой, Киризайт с пачки этого павшего. Пошукайте у себя в гильдбанках общую голду свою пошукайте. Что у вас по воронкам? У меня есть три воронки. Вот. Чтобы открыть одному человеку два куска, нужно 6 воронок. Вот, давайте, собирайте. У нас есть ровно нихуя. Вот, это надо превратить в какое-то количество воронок. Ну, примерно мы даем по... Если у человека, допустим, на один кусок одна воронка есть, если, допустим, два есть, то можно 4 дать. Но у меня их всего 3. Воронки стоят на аукционе сейчас по 31 тысячи. Так что раздупляйте. Голду, вот эту всю хуйню. Давайте до завтра, короче, с этой хуйней. Но порешайте эту проблему до РТ. Чтобы были открыты куски. Вот хэпал обязательно. Этот самый Элия, что у вас там по гильдбанку? Есть какие-то накопления? Накопление-то есть. Ну вот, вот к завтрашнему. Смотрите, у меня 3 есть. Если какие-то прям, ну, сильно жалко, там, если прям почистую все, то 3 раскидаем как-то. Туда 2, одну туда, или туда 1, туда 2. В общем, на сегодня все. Завтра что у нас по плану? Чтобы вы не забыли, сейчас вам объясню. Завтра у нас целка обычка и РС-обычка стоит. Ну, смотрите как. Значит, давайте так сделаем. Мы придем. Ну, РС-обычка это 15-20 минут, это быстро. ЦЛК это, ну, 2 часа, если прям. Так вот вообще а по-быстрому. Мы обычку сейчас... пойдем? Да. А вот. Можно не надо? Ну, придется. Вот, потом, короче, если мы это все пронесем, у нас останется там часик. Хотя мы, кстати говоря, завтра, возможно, плюс час РТ будет еще. Так что смотрите... На сборе, наверное, скажу еще, потому что завтра я и второй день работаю, и как бы пятница, что перед субботой люди, ну, выходной. Вот, возможно, завтра мы после этих обычек пойдем с вами в ЗС, вот там попроще боссы, мы щелкнем с вами этого Марагрима и Гидроса потравим. Ну, Гидроса щелкнем, он тоже простой, вообще как хуйня. То есть 77-й шмот завтра посыпется нам. Так что имейте в виду, приходите.
Вот. Если пачка сразу хорошая будет, если пачка сразу будет хорошая, может быть, сначала ЗС пойдем. Вот. Но если я дольше часа там не буду особо сидеть, то есть мы Мрагрима гидроса щелкнем, Мрагрид простой, в принципе, мы его точно убьем. Но гидрос тоже не 10 минут на бесат, тоже простой. Вот. И потом час там проведем, 77-й шмот лутанем, пойдем обычку чистанем, да и чилить будем. Ну а субботу у нас ВМХМ ТТГ, на воскресенье ЦВК Гера. Вот. С маленькой победой, но все же. Да это начало, это нормально. Ну, начало. Я очень рад, что у нас получилось. Да, куда мы денемся? Ладно, давай ты мне дашь 100 ЕП вместо 300? Почему? За помощь.